Сегодня в экономическом календаре. В 17.45 выйдет индекс деловой активности в производственном секторе США. Ожидается сохранение показателя на уровне предыдущего отчета. Если он будет превышен, то спрос на американский доллар вырастет. В 18.00 Институт управления поставками США опубликует индекс деловой активности и индекс занятости в производственном секторе от ISM. Снижение индексов по отношению к прогнозируемым уровням приведет к продажам американского доллара. В 20.00 с речью выступит член ФОМС Джон Уильямс. Тезисы в этой речи могут оказать кратковременное воздействие на курс американского доллара. Обратите внимание на выступление главы ЕЦБ Марио Драги, которое состоится завтра вечером в 22.00 по московскому времени. Речь главы Европейского центробанка способна оказать влияние на динамику рынка, в частности на положение единой европейской валюты и открыть перспективы заработка на ее движении. Прогнозы крупных банков, таких как JP Morgan и Swissquote, сходятся на нисходящем тренде пары евро-доллар в долгосрочной перспективе. Не пропускайте важные макроэкономические новости, открывайте сделки, зарабатывайте на новостях. Информационный видеоканал Maxi Markets теперь в прямом эфире на YouTube. Подпишись и будь в курсе.